Представьте, что вы оказались на берегу моря или посреди бескрайнего поля в предрассветный час. Ночная тьма еще не рассеялась. Вы видите обрывки черных туч на сером небе. Вам тревожно, кажется, что кругом опасности. Но вот чернота вокруг вас начинает медленно превращаться в синеву. Вы уже начинаете видеть очертания пейзажа вокруг себя. Если это море, вы видите, что оно спокойное и ласковое. Если поле, вы видите очертания травы и цветов, которые мягко колышутся на ветру. Тревога постепенно стихает. Вы понимаете, что вокруг вас спокойный мир. Это мирный пейзаж. Здесь нет опасностей, которые, возможно, мерещились вам во тьме. Воздух светлеет, и вот он уже прозрачный, светло-синий, а горизонт перед вами окрашивается розовыми и золотистыми красками. Ветер стихает, и на светлеющем небе уже нет туч. Природа вокруг вас обретает краски. Вы видите зелень листвы и травы, желтизну песка, яркие пятна раскрывающихся цветочных лепестков. До вас доносятся приятные ароматы. Вы слышите негромкие трели пробуждающих птиц. И вот первые лучи солнца выбиваются из-за горизонта. Мир вокруг вас становится сияющим, праздничным, прекрасным. Он словно открывает вам навстречу свои объятия и говорит: «Ты в безопасности, вокруг друзья и самые любящие души». Откройте и вы свои объятия навстречу миру. Представьте, что обнимаете все, что видите вокруг себя. Солнце полностью вышло из-за горизонта. Мир наполнился прекрасной музыкой. Вся природа ликует. Ликуйте и вы вместе с ней. Сохраните в своей душе это ощущение радости и любви, разлитой в воздухе.